цветочек опять пробился. Какая жажда жизни. Смотрите, позапрошлым летом он тоже тут пробился, потом его выкорчевали. А он еще гуще, еще красивее этот цветет. Этот цветочек называется цикорий. Так, цветы. Мне нужны цветы. Привет. Слушай, а я увидела, с той стороны цветы написаны. Может, здесь и цветы? Здесь тоже есть цветы. Пойдем. Это же логично должно быть, если написано цветы. Они продают цветы? Ну, да. Доброе утро, друзья. Вернее, добрый день. Рядом это... с пивой. С пивой? Пиво и водкой. Да нету. Где рядом пиво и водка? Вот цветы, а пива нету. Пошли. Ну, погоды, знаешь, вот сейчас я выходила, включила на какой-то, не знаю, случайно телевизор, а они говорят, штормовое предупреждение все равно в СПБ и области. Так оно у нас все время. Все время, да. Если его в то время понять, то вообще здорово. Давай зонтик хотя бы купим. Сегодня же скидки. Да. Пошли. Очень хочется зонтик. Хорошее сообщение. Скидка 20% на все белые ценнички. Вот эти вот автоматы, только один остался. Так, я не поняла. А где зимняя вот, сказка? Вот они, два. Давай я автомат еще гляну. Давай. Тут, ты знаешь, 390. Мне вот автомат. Первый критерий для радости. Это чтобы вес был не очень тяжелый. Но этот тоже красивый. Может быть, даже и будут глупо смотреться в индийских джунглях зимние пейзажи. Сейчас посмотрим. Давай. Дождались это мы дня 400. Скидок. Но он желтый. Желтый, да? Желтый ценник. 400 рублей. Ну, 400. Ну, да, ну по 3. Автомат. Но вчера. Отлично. А там полуавтомат. Знаешь, вот мне чего не нравится, вот эти ручки, вот когда я надолго уезжаю, они почему-то как плавятся, что-то такое становится, как пластилин. Ира, за 400 рублей ты придираешься. Да. Ну вот это еще не поплавилось, тем более. Да. Может быть, я наговариваю зря. Ну, ты мне ее пока отложи. В принципе, цвет мне понравился. Голубой с... тюльпанами. Да, да. Нежненько так. И полностью автомат. Запихивайся. Видишь, еще что хотела сказать. Еще есть два магазина с цветами. А, отлично. Не обижайся, но в том магазине они какие-то пожухлые. Ну, мне Замысли? Тоже как-то нет. Они мне тоже показались не очень. У нас на такой маленький поселок столько магазинов с цветами, вернее, деревня. Так, вот. Это полуавтомат. Он только выстреливает так. Но красиво. За красоту приходится платить. И лошадка здесь тебе. Лошадка мне не надо. И домики здесь тебе. Снежные домики. Это, конечно, красиво, да. Ну, не знаю, мне уже и с тюльпанами понравился. Особенно полный автомат, и... да. Ну, давай. А этот... Наталья, тут к тебе претензия. Божечки. В этом, в комментариях. Что я натворила? Лама-лама, по-моему, да? Или Лана-лана. Вот это называется бабушка. Это про меня. Вначале ко мне претензия. Столько не видела своих внуков, сына, хоть бы посвятила время им. Как будто, знаешь, там это я живу только эти полчаса, что снимаю раз в 3 дня. Так, приехала и думает только о себе. А почему не питается у сына или у сестры? Вот вам и любящая семья. Да никому Ирина не нужна. И это правильно.
Так, Наталья, почему я не питаюсь у тебя? Я тогда вышла в магазин за молоком, а могла бы пойти к тебе. Что я тебя к себе не пускаю, потому что вообще не люблю гостей, потому что эти гости, они как обожрут. Голодать кости. Голодать. Ну, нет, ну ты понимаешь. Нет, я гостей не люблю. Вот сейчас мне очень нравится наше время, когда захотели встретиться, встретились в кафе. Не надо стоять у плиты и кого-то там кормить. А потом еще мыть посуду. А у меня, между прочим, на водах счетчики стоят. Блин, вот, ну вот вы поняли, да? Люди добрые. Где ж мне теперь питаться-то? Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться? Вот приходится самой с рюкзачком ходить за своим молоком на свои деньги. А могла бы на Наташины пропитаться месяц, не прокормить семью, как сестру, как мне кто-то говорил, что за бабушка, которая внуков до пенсии не дорастит. Не прокормит. Надо кормить. Ну, я не знаю, Наташа, что-то какой-то он унылый. Мне кажется, и опять же 400. По 401 остался, все-таки разобрали. И у меня же еще, понимаешь, я люблю голубые банданы, голубые футболочки, платьюшко. Да сколько там того дождя? В общем-то, да, учитывая, что ты уже скоро уедешь. Так, ну, берем автомат. Да, это что же важное? Конечно. Вот и пошли душиться, раз мы берем автомат. Соответственно, раз они нам не дают скидку, раз они по желтому ценнику, тогда мы хотя бы нальем на себя пол-литра духов. А я и так уже в Versace оделась, Bright Crystal. Это духи, это что мне Серый дарил, сыночка дарил, помнишь? Versace Bright Crystal. Приятный запах. Очень приятный. Давай возьмем, иначе кто-нибудь. А вот смотри, совсем маленький крохотулька. А это вообще механический. Ой, нет. Мы уже разучились или руками открывать. Дороже даже на 60. Дальше идем. Ну, пойдем подушимся. Вот мне эти очень понравились. Да. Ну а ты мне маленькие дарила. 3249. Я их уже издушила, но выкинуть не могу никак. Мне жалко бутылечек. Да. Там шарик такой внутри плавает. Наташ, мне надо это, совет. Мне нужен розовый перламутр. Я вот прям вот люблю розовый перламутр. Более бледные. Помады, вырпиглаз называется. Да когда? Я всегда скромная была. Еще в позатом году такие прям светофорные. А сейчас еще. Наговариваете вы на нашу семью, грех это. Наговариваете вы на нашу семью, грех это. Я даже не знаю. Я люблю вот нежненькие. Что такое она выдумала? Перламутровые. Ну была. Написали там в комментариях. Обезьяна украдите у нее эту помаду. Че, украли? Не украли. Ну ты пересмотрела. И видать, я травмировала целый год публику этой яркой помады. Да это была первая и последняя моей жизни. Да что? Первые и последние 5 лет твоей жизни. Что ж ты прямо какая-то. Какая-то, да. Ну, давай вот такую нежнятинку откроем. Это тестер, я надеюсь. Да. Мы не ломаем новое. Это тестер. Ну это вот, вы, это да, мое. И к помаде, то есть к глазам.
Вообще не видно. Нет, не видно вообще. То, вот мы выбрали 84 номер Римль. Какая она сказала, итальянская? Великобритания. Великобритания, совершенно верно. У меня просто феноменальная память. Нужны пилочки. У меня, да, хорошо. Мне тоже, наверное. Идут. Какие получше, чтобы такие? Жив. А те, которые подешевле. А, логично тоже, да. Я люблю именно дешевые пилочки. Ты так много берешь пилочек? Не-не-не, видишь, эти вырезают. Mm-hmm. Когда они вырезают? Ну-ка, не обратно. Не... Так. Тебе нужна такая пилочка? Да, да. Так. Возьми мне одну. Mm-hmm. Так, 160 минус 20%. Так. Да, 160? Возьми мне, которая не вылезает. А то такие же, наверное, ходили, лапали своими лапами. Не говори. Покупать не хотят, а лапают. Да. Вот видишь, а после них вон пилки выпрыгивают из своих пакетиков. Так. Я надеюсь, что они стоят 159. Ага, ну, пошли узнаем, посылочку посмотрим. Пошли. Люблю смотреть посудочку. А что еще тут у них есть? Ой, какие у них есть для хвостиков. У нас хвостики есть? Да. Есть хвостики, значит, нужны маленькие для хвостиков. Тоненькие. Крысиные и даже мышиные пишут нам. Пишут нам, сообщают. Мы сами знаем, что у нас же хвостики мышиные. Да нет, пока мне не сообщили, мне казалось, что у меня буквально... Лошадиный? Да, да, грива. Пока не сообщили. Не сообщайте ей. Не надо. Нет, нет. Живи в своем прекрасном, чудесном мире. Мы же все принцессы в своих прекрасных мирах, правда? Да, пока не заглянем в зеркало. Или в паспорт? Не, в паспорт я красивая, знаешь. Я когда фотографировалась, у меня и там флюс, и там чего-то там. А мне так подштриховали на компьютере. Я никогда такой красивой молодой не была. С двумя паспорт. Флюсами? Ну, там у меня флюсы украшают какая-то женщина. Была. Потом с просонья какие-то там синяки под глазами. Там ших-ших-ших-ших-ших. И буквально глянцевый журнал. Ясно. Посуду перенесли за полтора года, что меня тут не было. Так, где всяческие силиконовые штучки для выпечки? Я с ручками люблю супницы. Вот. Вот такая у меня есть, только черная. Суп. Кошечек прелестный. Суп стоит 179. И это суп с одной ручечкой. Вот эти симпатичные. 119. Я люблю фарфоровые. Нежные, тонкие. Мне больше голомат понравилось. Ну да. Так, это что? Вот эти силиконовые, да, для набор форм? Нет. Бумажные, может. 100 штук. А, ну это вот. Это для вот. Красоты. Да, да, красиво. Такие миленькие, да, вот. Натурпродукт. Не знаю. Нет? Что тут? Яблоки держать? Ну, яблоки или хлебушек. Вот. Подавать гостям. Так лучше попробовать прийти к этим гостям. У меня настроение.
заберите кепскую волость. Никак к ней не прорваться, никак. Но ко мне ты хоть зайдешь, я тебе хочу много чего вручить. И особенно я тебе хочу премию от нашей киностудии Production подарить. Будет сюрприз. Ты, наверное, думаешь, что это пачка чипсов. Я тебе сразу говорю, что я тебе подарю шампунь. Да ладно, можешь даже не дарить шампунь. Правда? Да. Ну, ладно, Даша. Выкладывать. Не надо. Выкладывать, Антон. Мне, кстати, очень нравится чистая линия. Дуб и масло конопли? Да. А где коноплю выращивают? Она экологически чистая или где-нибудь росла на мусорках? Если бы я знала, Ира. Если бы я знала. Где же вы ее берете-то? Эту коноплю. Можжевельник шалфей. Выращивать нельзя, понимаешь? Да. А продавать шампунь можно. Это вещь полезная, кстати, масло конопли. Да, щёсок, вторая щёсок. Это весы? Да. У тебя ну, есть? Кстати, да, у меня есть весы, но мне надо на твои взвеситься, потому что мне сказали, что нифига я не 70 не вешу. И все скорее я вешу 90. Я вот думаю, может, у меня весы сломались. Мне надо твои. А кто тебе сказал-то? Твои любимые зрители. Добрые, тактичные. Я когда сказала, что мой вес, первая циферка 7. А там сказали, это нифига, последняя, первая 9. Многие сказали. Да, многие сказали. Слушай, а может мне нужен кошелечек или мне не нужен кошелечек? Ну, здесь нет твоего любимого цвета. Я кошелечек. Люблю красный. Он привлекает Дэнашки. Да. Но здесь его нету. Так, ладно, у нас еще много дел, пошли. Да, у нас много дел? Да, нам еще в цветочек мне понравится. Это открытка. Ты хочешь купить? Да. Пошли, нам надо пакет для мусора. Где? А, в цветочный зайдем? Пошли в цветочный, да, в другой. Вот, или в Пятерочке. Угу. Или в Фикспрессе. Может быть, и в этой... В Дикси бывшем тоже есть. Ну, я еще не привыкла к ценам. Туда тоже потом, если что, зайдем. А сейчас мы куда идем? В цветочный, на ночь. У нас в ДК был цветочный раньше. Давно закрылся. Мне кажется, еще при тебе. Да? Да. Ну ладно. Веди. Показывай свои эти секретные тропы. Какая елочка такая пушистенькая тут разрослась. Ой, как она мне нравится. Хорошо, что живую посадили. Вот здесь в Новый год так и кружитесь? Нет, туда перешло все. Там искусственную ставят. Под мои окошки. Раньше тут вот когда я еще была молодая, красивая. Вот здесь вот мы танцевали, веселились в Новый год. Она интересная такая, елочка с тремя макушками. С одним корнем и с тремя макушками. Видишь? Угу. Вот еще цветы. Это у нас называлось, по-моему, Красная Шапочка, да? Это заведение. Цветы, букеты, земля, семена, венки, искусственные цветы. Заказ на цветочные композиции и свадебные букеты. Вот типа того.